Канониры после непродолжительного отдыха вернулись к тренировкам. Возникшая пауза в чемпионате на игры национальных сборных должна пойти на пользу «Арсеналу». В первых 8 турах турики не досчитались солидного числа баллов. На то у команды Миодрага Божевича были объективные причины – большое количество травм и несыгранность состава, который комплектовался уже по ходу сезона. Так что возникший перерыв – то самое время, чтобы наиграть состав и подлечить игроков, находящихся в лазарете. Вот для нас они очень плохо били, потому что мы не забрали очков, сколько мы хотели. И думаю, что вообще по играм мы заслуживали гораздо лучшего, но так случилось, нам очков не хватает. По словам нашего медицинского штаба, лазарет оружейников практически пуст. Получивший в матче со «Спартаком» повреждение Кантемир Беркамов уже начал тренироваться в общей группе. А единственным травмированным футболистом остается Гея Гальгалава. Ну и он уже в ближайшее время должен вернуться на поле. На тренировках туликов не видно и Луку Джорджевича, который вызван в сборную Черногории на матче отборочного этапа чемпионата мира 2018. Зато уже наряду со всеми с командой начал тренироваться новичок туликов Эванс Кангва, который только знакомится с новыми партнерами. Футболисты, которые пришли неплохие, но там только проблема была, что они приходили поздно, так что надо, чтобы мы их привели в порядок физически. Поэтому можно сказать, что так не можно сказать, что очень-очень хорош. У нас еще один новичок Кангва, который только что приехал, так что надеемся, что поедет на пользу. За время паузы наша команда проведет всего один товарищеский матч. 2 сентября красно-желтые сыграют против своей же молодежки.